Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом сырников. Нет, не классических, которые жарятся на сковороде, а сырники, которые я выпекаю в духовке. Воздушные и без масла. Итак, на 12 штучек сырничков мне понадобится 300 грамм творога, 7,5 столовых ложек сметаны, 4,5 столовых ложки манки, 3 яйца, 3 столовые ложки сахара, ванилька и 1,5 чайных ложек разрыхлителя. В миску высыпаю творог и добавляю сюда остальные ингредиенты: манку, сметану, сахар, разрыхлитель и ванильку. Перемешиваю. В оригинальном рецепте можно все перемешать сразу и распределить по формочкам и выпекать. Но для себя я отметила, чтобы получились пышные сырники, белки надо взбить отдельно. Поэтому я отделяю желтки от белков, желтки добавляю в общую массу, а белки взбиваю отдельно в пышную пену с щепоткой соли. Теперь аккуратненько все соединяю, уже без миксера. Готовую массу распределяю по формочкам. Духовка у меня уже разогревается до 180 градусов. Отправляю в духовку на 20-30 минут. Готовые сырники я остужаю полностью в формах. И только холодные я достаю их из формочек. Вот смотрите, как они хорошо извлекаются из формы. А вот такие они в разрезе, пропекшиеся, воздушные. Попробуйте этот рецепт, я уверена, вы будете довольны. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, кому не понравилось, дизлайки. Конечно, бы хотелось, чтобы написали в комментариях, что именно вам не понравилось. Будут какие-то вопросы, спрашивайте, я обязательно отвечу. Живите вкусно! До новых встреч!